Здравствуйте. Ого-го, холодно в Сеуле сегодня. Сегодня у нас день разговоров о кофе. О кофе мы с вами поговорим в самом кофейном дворце, у самого кофейного павильона, который только есть в Сеуле. Павильон находится во дворце Токсугун. А почему он кофейный, я вам сейчас расскажу. В далеком 1895 году у короля Коджона убивают жену. Убивают японцы. Заходят прямо во дворец, но не в этот дворец, а во дворец, который находится примерно 700 метров вот туда. Называется Кёнбокун, дворец сияющего счастья. И там прямо она и погибла от рук нехороших японских военных. Проходит какое-то время, уже 1896 год, начало февраля наступает, король Коджон опасается за свою жизнь и убегает, покидает дворец Кёнбокун, переселяется, не сюда он переселяется в миссию русскую, которая находится отсюда совсем недалеко, буквально за стенкой западной, буквально за западной стенкой этого дворца Токсугуна. Живет он там практически целый год. До февраля, если вы следите за временем, до февраля 1897 года. Он живет в посольстве Российской империи. А Гуан его называли. А это Россия. Не спрашивайте почему. Так получилось. А это Россия. Гуан это посольство. Посольство Российской империи. Представительство Российской империи в государстве Чосон. Целый год он там жил. И как вы думаете, к чему он там пристрастился? Пристрастился он к кофе. Вы, наверное, о чем-то другом подумали. Про другое не знаю, а кофе он очень полюбил. Переезжает он. В этот момент его попросили уже приближенные. Ваше Величество, пожалуйста, выходите из посольства чужой страны. Переселяйтесь все-таки в дворец. У вас, слава богу, недвижимости по Сеулу очень много. И переселяется он, но не в Кёнбокун, оскверненный убийством его жены, а в Токсугун. Он, правда, еще не назывался тогда Токсугун. Тогда это был второстепенный дворец. Западный дворец его просто называли Согун иногда. Переселяется сюда и провозглашает страну империи. Вот в этом самом дворце это и происходило, немножко в другом месте. От святилища неба, где король провозглашал себя императором, остался небольшой павильончик, и он находится сейчас физически за пределами этого дворца. Ну, сейчас у нас все-таки разговор больше не о небе, не о земле, а о кофе. Вот за моей спиной находится павильон, который построил королю Коджону никто иной, как русский архитектор-самоучка Середин Саботин. Афанасий его звали. Афанасий Середин Саботин построил вот этот павильон. Он внутри европейский, и снаружи вот, забор этих веранд, ограда этих веранд украшена символами восточными, наоборот. Значит, внутри западный, а снаружи восточный. Что за символы такие? Это летучие мыши, символ счастья. Дело в том, что иероглиф «летучая мышь» похож на иероглиф «счастья» китайский и звучит очень похоже, поэтому обыгрывается вот эта вот их схожесть и в написании, и схожесть в произношении. Поэтому в ограде этого павильона используются узоры в виде летучих мышь. Также здесь имеется олень. Олень – это символ долголетия и мужской силы. Этот павильон, он выполняет роль чайного павильона. Во многих королевских дворцах и не только имеются чайные павильоны, где раньше пили чай. Кто? Хозяева, соответственно, король, королева и гости их. Говорят, вот в этом павильоне король предпочитал принимать иностранных гостей, поэтому там внутри и стол есть, и стулья совершенно европейские, иностранные. А пили они больше кофе, потому что король как раз в посольстве Российской империи пристрастился к кофе. И поэтому, можно сказать, это кофейный павильон.
Но со времен короля Коджона много времени прошло. В принципе, корейцы после него не очень сильно пристрастились к кофе. Они предпочитали пить даже не чай. На самом деле чай тоже такой напиток очень благородный. Он предназначен в основном был для жертвоприношений духом предков. Обычные люди пили воду, подкрашенную жженым ячменем, например. Травяные чаи. Так сказать, потребление кофе начинается в Корее уже в 21 веке, на мой взгляд. И появляется куча кофеен, в том числе сетевых. И кофе начинает крепчать и крепчать. И в конце концов можно найти даже ристретто здесь. Достаточно крепкий кофе. Хотя основной продукт это американо, конечно же. Жиденький кофе, в котором донышко можно разглядеть стакана, если посмотреть сверху. С наступившим Новым годом! Всякого счастья вам! Желаю вам также не ходить в масках. И всего самого доброго. До свидания. С вами был Андрей Исаев.